15. Так, все, 25. все логин, все на единичку варпаем. Гамбита, погрели гамбита. Репки, погрели репки по гамбиту, Вечерний хлоп вармхолов в понедельник не обещал много активности. Но очень оперативно, найдя первый бой, мы в итоге искали не ПВП, а путь в житу, чтобы завести потерянные корабли. Следующим вармхолом по списку стала J-120-437, в которой через 10 минут из Реинфорса выходила Страхус, маленькая цита неприметного коллектива. Килборда показала, что местные жители связаны с коллективом Фокрабс Таверн, а попытка копнуть чуть глубже подсказала нам, что сегодня у Фокрабс Таверн не было активности. Следовательно, с высоким шансом они именно здесь, на защите. Собрав небольшой флот и организовав вторую волну на случай тяжелых переговоров, мы отправились на таймер, чтобы подраться либо с защитниками, либо с атакующими. Ой, мне не нравится, они сейчас уже топили. Мы сейчас если будем разворачивать. Они над циткой, да, будут разворачивать. А у нас сабра есть и какой-нибудь девотор также. Риска есть. Окей, даст время падутся. Они не особо. Только риска глазиком стоит. Парни, вы когда залогинитесь, они это увидят. И еще до этого момента будет понятно. Либо они начнут оттапливать, сваливать. Но понимаешь, чем больше дистанция, тем больше дают им времени. Вот да. Че. Да, 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 да. Мне не нравится, понимаешь, видишь, как 82. Она будет обидеть. Окей, пока Бурундук, мы логисты как лейки раскидывают, в соответствии с каким списком? Мы в чат заходим или на что смотрим? По продкастам работаем, соответственно. Лейки. Как лейки, два вниз по списку, два флоте. Да. Но разворачиваться все равно будет. Логинимся или нет, ребят? Логинимся и вступаем все во флот. Давайте. И сразу по эскадрильям раскидываемся. 15. Так, все, 25. все логин, все на единичку варпаем. На единичку и к нам. Быстро. Пропы включили, отъезжаем от циты за мной. Проходим в единичку, варпаем к нам. Адока, за астро, Федор. Я еду за астро. Мистера тащи. И пингануть можно. Рубль верни. Впервые слышу, чтобы... Астра меня локнула, Эвери. Врубил. Ну куда? Проходим. В единичку. Все что есть. Тридцатник уже. Мужики, топите. Нестор, кто там? Лайза. Никто. Я не могу, на мне атаку. Скоро спадет. Притормозите, не уезжайте. Нестор, ждем. Ага, спал. А, лишаки. Да, ждем. Да, возможно, нормально. Все нормально. Всякие паладины, Хиктор. Им до нас еще надо ехать. Они будут быстро рваться, учитывая это. Магус. Да, мы ждем. Локли. У нас Хиктор надо. Лишак, паладин, давай. Видел в гриде. Армагеддон, видел. Ага. А наша видел-то будет в гриде? Нет. Ага. А, Тенгу, Магус это едет Джамбу. По тизеру. Магус едет по есть? Тизеру. Есть, выходит. Надо тащи, дальше, тащи из дальше, по дальше, оттапливаем дальше, от дальше, 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 дальше. Это Джамбу. Магус. Да, это Джамбу. Ялочин. Оттапливаем от цитадели. Надеть в единицу, вытапливать из бублей. Оттапливать единицу и топить на варпать на лосе. Федор, тридцатник от форта. Да, еду. Нам очень долго ехать. Да, поторопитесь, зернитра не проедет, убей. И нам она пока не особенно нужна. Магус, по-моему, хочет. Вспомните локну, Магус. Они просто едут. Ага, ждем. Все нормально. На рейнджа культов стоим. Собрали по первому watchlist, соответственно, бродкаста открыли. Бустеры сожрали на дамаг. Так паладин или лишак? Паладин или... Ну, давай лишак.
Хотя нет, давай паладин, поехали. А, меня начали лочить, можно играть. Ага. Обновить ваш лист. Угу. Перезарядитесь, приготовьтесь. Давай еще немного оттащимся, чтобы, ну, было не так жестко. Ну, то есть, у нас еще на вар, понятно, что, ребят. Ну, они сейчас придут. Все нормально. Варпайте на лося там, кто приготовил. Давайте, ты шаг взяли. Видоу залочили, видоу сразу залочили. Джумера у видоу наши должны быть желтые, или видоу не будет? Видоу варпает, желто-зеленые. Ага. У них фалькон. Фалькон, Федор Фалькон, где брат? Подкаст. Добрый кост. Раздаемся полишаку. Видоу залочили их. Фалькон, и можно работать. Залочили. Фалька заджамила, я по ней буду стакать. Ага, по... Магус едет, я его сейчас буду пытаться. Он, блядь, на Фалькона переключились мизонами. Магус лочится. Магус лочится. Залочил. Point на Магусе. С видов сцепились. На виду переключились блинами, поехали. Дронов собрали, смарты включили. Видов сразу. Даю бродкаст. Ага, джами их логистов. Сразу альфует мне капу. Погрелись. Цитки джам идет. Это нормально. Нам нужен индус будет со временем. Да, он у меня в дре уже. Погрелись по виду, добиваем их виду. Погрелись. Я уже давно, у меня бьют. Залочили лишака. Говори громко, сложно. Лишака бьем. Нейтрологист вам. Ага. Не смартите, пока я гамбит, попробую джамп подраскидать. А, не надо, у нас. А, 6 гвардов. Нормально. 6 гвардов плюс лишек. Да, да, просто джамп на гвардов. Джамп на гвардов. Фокусим Дину. Дину фокусим. Джамп на гвардов. Откачиваем гамбита. С лишаков тоже. Гамбит, ребрат каску. Погрелись, потому что Нестор в джаме. Погрелись, все нормально. По Дине вот погрелись. Вот лишаке погреемся. В секондаре будет чарик. Сейчас посмотрим по гипер, посмотрите на гипера. Залочили нашего Нестора. Праймари сейчас можно. Праймари Дина. По виду урон. У нас видео тоже прожимается. Видео нашу лочим сразу. Я дал броскаст, дублирую. Короче, поем я бустеров на всех. Ешьте, серьезно пай. Ну мы просаживаемся. Не-не-не, мы будем. А, гамбита поднять. Греемся на Дину. Виду приготовилась дать бёрст, но пока греемся на Дину. Гамбита бёрст поднять. Надо будет гретый дать по команде. Готов, пригрел. На Дину греемся. Это не мой бёрст. Можно больше лета. Нормально все. На Дину греемся. Дину поднимаем. Лишаки. Дину. Поднимаем. На лишаке погрелись немножечко. Давайте немножко посмотрим, погрелись на лишаке. Ну. Ты умрешь, брат, или нет? Обнимите гамбита. Умер. Гамбит умрет. Опа, разменял. Следующий. Поздно. Гамбит, пересаживайся. Да, уберст. Дальше, по видуум пошли. Пошли раскручиваться по видуум. По кому, кто? По черепу. Не смотрите. Итрё. Бродкаст Нитрё. Да. Угу. Тенга, убиваем чирики. Тенги 2, далеко, и Фалька на оптимале. Видео откачиваем с лишаков. У нас паладин есть, нет? Есть. Итрио подняли, все откачку на Итрио. Все откачку на Итрио, проснулись. Если что. Пока не надо, пока нормально все. Сейчас будем переключаться. На топа переключились на топа. Смартить можно? Да. Мисонами это тангу ебите. Помогите мне уебать эту тангу. Тогда ушла. Все нормально. Есть момент грузовик при варпате же? Надо бы. Плохо. Он будет на лось приходить. А джамп по гвардам есть? Армага в нуле. Ага, секундарь будет армага. Нужен джамп по гвардам. Итрио поднимаем. Итрио откачиваем. С лишаков Итрио откачиваем. Один гвард джамп.
Итрио, нужен бёрст, походу. Итрио умирает. Плохо, бёрсти, если будет плохо, бёрсти, ага. Погрелись, сейчас погрелись, он начал падать, погрелись. Ржамер. Ржамер сработал. Пуар маги пошли. Итрио откачиваем, пуар маги пошли. Там мало скинулось. Нормально, он живёт. Два гварда джам. Нужна расходочка. Акатор пришел. Дал браткас. Заложите Акатор сразу. Давайте убьем Армагу, потом как по к Акатору. Значит, трекинг сломаем. Нужно греться по Армаге, у кого с гривом все хорошо. Акатор. Батарейки подвозят им. Переключили сейчас на Акатор, давайте. Лишак, чураки. Акатора качаем. Я кинул, тебя прилог. Видел. Три гварда джам, А мы пока без стака, Раскручиваемся по чураке. Второй цикл, три гварда. Хорошо. Я разжамлю. Разнитрим немножко лишаки. Снова локатор. Смарты выключили. Локатор откачали. Еще два гварда, третий цикл пошли. Спокойно. Погрелись по чураке. Рори секондари. Выключили смарты, выкинули дронов на циду. Они свитчат таргет, либо выходят? Растакливайте, я так праймри таргет. Я держу готик муда. Опа, не забудьте полутать батарейки. По Итрио. Угу. Итрио, откачиваем. Дронов на циту скинуть. Давай Торакса бахнем, с него куча ДПСа, просто между делом его обшотим. Да, давай, сейчас убьем эту, а секондри будет Торакс. 10, а будет секунда. Забрат кастал. Че ты говоришь? Если будет секунда, переключи окно на стрим, нам ничего не видно. Угу, погрели в пароли. Не забудьте бустеры на дамаг сожрать. Отстрелил весь джамп, две тенги. Ага, пятый. Хорошо. Если что, батарейка рядом с Лойсом. А по кому дамаг? По Итрио, ага. Торакс в секондаре. Побейтите на Итрио. Окей, убрал от кашки с Итрио. Не, нормально. Пешак потом. Они вытапливают парня. Ага. Надо отстрелить. Я готик муда держу. Я взял Ишака. Игоря бьем, я держу Игоря. Стреляем. Держу стару. Я топа возьму. Потом будет топ. Держу батька. По Авида урон. На Итрио, по одной репке киньте с лишаков. Эдди тоже затакли кого-нибудь? Я на другом окне атаклю. Ощущение, что гварды в тизер падают, что ли? Да, они падают, скорее всего, в тизер. Растаклите хорошо цели. Ребята, пожалуйста, обратите внимание, кого вы таклите.
Спасибо за бой и предоставленный материал. Фокрабс Таверн. Good fight. Я надеюсь, зрителям понравилось это противостояние. Если так, то самое время поставить лайк под этим видео. А также под ним я укажу ссылочку на этот коллектив. В обмен на материал я обещал указать на ошибки Фокрабс Таверн в этом бою. Я сделаю это в конце видео. Пока давайте посмотрим на красивый взрыв. Как я и обещал. На мой взгляд, самые главные ошибки заключались в нескольких вещах. Во-первых, был достаточно плохо разработан план. Вариант приехать и победить – это хорошая идея, но есть изъян. Если ситуация начинает выглядеть как качели, то почва уходит из-под ног, и непонятно, как стабилизироваться. Нужен был четкий план действий для циты и электроники. Это ваш козырь. У нас ничего не было против этого оружия. Виду должна была быть с двумя плитами, а также на ней должен летать ответственный игрок, так как это ядро вашего флота в бою против нас. Весь ваш фокус должен быть на том, чтобы ее спасти, и чтобы она работала. С ней вы выигрываете в этом бою, а без нее шансы стремительно рассыпаются. Джамящие Тенгу, они же Джамгу, должны быть собраны под арморный тяжелый флот. В вашем случае они работали на удачу. Если их заметят, они мертвы. Если нет, то они смогут работать. Любой хороший коллектив их заметит. Мы их достаточно быстро убрали. И на этом у вас стало еще меньше шансов на победу. Ключ к этому бою – это общение. У нас был хороший прессинг по гвардам. Но информации от гвардов об этом в голосе почти не было. На месте флиткома я бы не понял, что гварды испытывают проблемы. А они их испытывали. Достаточно мало было общения между игроками. Вы в ВХ, и тут важен каждый. Следовательно, люди должны четко и громко озвучивать, кого праймарят и кого надо откачивать. Это несложно. Лучше перебить флиткома и спасти свой лишак на поле боя, чем не перебивать и потерять ключевые цифры урона и откачки. В остальном довольно динамичный бой. И да, отыграя вы на все 100%, мы бы полностью отдали поле боя, без шансов на победу. Слишком много козырей было на вашей стороне. Да, есть.